Перепись населения Беларуси пройдет в октябре следующего года. Подготовка к масштабному государственному мероприятию уже началась. Прежде чем переписать людей, для начала нужно переписать дома, здания и сооружения, в которых они живут либо могут проживать. Важным делом займутся специально уполномоченные должностные лица – регистраторы. Их отличительные признаки – бейдж, сумка, на которой также присутствует соответствующая символика, и планшет, в который загружены карты населенных пунктов. Временные рамки их работы с 6 по 30 ноября. Только в будние дни с 9 до 18 часов. Регистраторы проверят наличие домов на местности, уточнят количество квартир в многоэтажках. Эти мероприятия проводятся с целью получения актуальной информации для последующей работы переписного персонала в 2019-м. Большая просьба к жителям при обращении регистратора за какой-то информацией оказать ему содействие. Эти люди будут только проводить, еще раз повторю, регистрацию домов. То есть заходить в дома, посещать людей они не будут. Поэтому, уважаемые жители, не пугайтесь, это люди, которые выполняют государственную работу, и в данное время это очень необходимая работа.